Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие.
эти слова. Вот, вот есть чудище, а приходит ведьмак и нет чудища. Ты нам тут не нужна, ведьма. Нам. Всегда умел расположить к себе людей. Они меня спровоцировали. Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар-Ипсиса, специалиста по джиннам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. Я тут пораспрашивала о нем, прежде чем испортила их рощу. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Известно, что с ним стало? В последний раз его видели у побережья Хиндерсфьяля, а потом разразилась буря. Самая сильная за 100 лет. Значит, он пошел на корм рыбам. Не факт. Я должна понять, что с ним случилось. Зачем? Ты его знала? Нет. И меня интересует не он, а его джинн. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джинны обычно очень опасные и всегда злобные. Я помню. Но игра стоит свеч. Подчинив его, я получу огромную силу. А она может нам пригодиться. Думаешь, у этого чародея был джинн? Так, по крайней мере, следует из его книг. Он описывал, как обуздал джинна и как черпал энергию из его силы. Будь у него джинн, буря была бы ему не страшна. Он же мог произнести желание. Возможно, у него не осталось желаний. Или случилось что-то неожиданное. Ну хорошо, и чего ты ждешь от меня? Что ты поможешь мне найти джинна. Золото в награды я не обещаю, но ты можешь рассчитывать на мою признательность. Раз ты так хочешь, хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждет лодка. Пойдем. Сперва слышу грохот, а потом волной едва дракары в заливе не перевернули. Вот. По-моему, там... Вижу, ты все уже приготовила. Ну да. Это не для меня. Откуда ты знала, что я соглашусь? Я не знала, но решила рискнуть. Веди. Хоть раз бы взял инициативу на себя. А ты бы позволила? Зависит от обстоятельств. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Не кричи так! Корабль с джинном затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над островом корабля. Ну тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А я могу отказать? Нет. Что-то я не уверен, что мне нравится затея с джинном. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, когда Лютик чуть не лишился голоса.
На счастье, его спас твой экзорцизм. Ага. Откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отыми себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты и сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе, а не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желании. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты сможешь дольше продержаться под водой. Эсат эйх криде рихаун. Готово. Осторожней. Не холодно? Ну как? Ян, ты знаешь, я не люблю, когда ты читаешь мои мысли. Я не читаю твои мысли. Это просто телепатия. Кстати, тебе есть что скрывать? Если бы было, я бы тебе не сказал. Видишь что-нибудь интересное? Здесь остов корабля и какая-то пещера. Сейчас посмотрю. Мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигуры клана Друманд. Это не тот корабль. Возвращайся. Куда теперь? Куда ведет след? А когда мы найдем Джина, что ты будешь делать? Попросишь новое корыто, потом высокий терем, потом захочешь стать вольной царицей? Мы по-прежнему говорим о Джине или уже о Золотой Рыбке? Неважно. Оба исполняют желания. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Там что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш джин. Нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Попробуй осмотреться. Что-нибудь должно указывать на то, что это корабль чародея. Я кое-что нашел. Баклер со Скеллиги, со знаками клана Хаймой. Это род донора. Когда этот щит здесь оказался, донор еще пачкал пеленки.
Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рог с родовыми символами клана Хаймэй. Этот дракар принадлежал клану Димон. Сомневаюсь, что хоть один из этих кораблей принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжим поиски. Скелет мужчины. Кто-то пригвоздил его череп топором к палубе. Смерть, достойная воина Скеллиги. Судя по знакам, это воин из рода Димун. Значит, он был родом с Фарер. Я кое-что нашел. Баклер со Скеллиги. Со знаками клана Хаймэй. Это род донора. Когда этот щит здесь обнаружился, донор еще пачкал пеленки. Получается, все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали золотого дракона, и нас сбросило с дороги обвалом? Я держался за сорванный мост, и ты повисла у меня на поясе и наслаждалась видами, помнишь? Внизу была чудесная пропасть, шумели деревья, журчал ручеек. Помню, помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Странные какие-то скалы. И кажется, что-то есть на дне. Я проверю. Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита. Я должна на это посмотреть. Все-таки решила намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Эй, суфайте бейдем. Айн эйхте ливайт. Это не метеорит. А что же? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Я всегда говорил, что порталы — штука опасная. Кажется, мы на верном пути. Ищи что-то, в чем могли запереть Джина. Хорошо, только оставь уже в покое мои глаза. Здесь мало места для нас двоих. Эй, суфайте бейдем. Айн эйхте ливайт. Нет, но это определенно тебе понравится. Что? Половина печати. И правда? Возвращайся наверх.
Только половина. Она хоть как-то поможет? Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до 20. И где вторая часть, там должен быть и джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет 3. Нет, только не портал. Не ной. Раз, два... Сказала на счет 3. Ну да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши. Сначала объясни, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем тебе этот джин? Ты уже знаешь, сила джина бесценна для чародеев. Именно поэтому я хочу узнать, как ты собираешься ее использовать. Ты не стала бы тратить столько трудов просто так. Да, это важно для меня. Очень важно. Ох, сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость джина. Вот в чем дело. Ты про мое последнее желание. Ты попросил джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Понимаю. Ты хочешь знать, что будет, если нас перестанет связывать магия? Я хочу знать, останется ли между нами магия, если чары джина исчезнут. Я тоже много раз думал об этом. Вот видишь? И теперь мы в шаге от того, чтобы узнать правду. Пойдем, обыщем корабль. Чудак, это Тамос. Он пожелал, чтобы джин перенес пол корабля на вершину горы? Не обязательно. Джинны по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать. Надо осмотреть корабль. Здесь искать нечего. Ничего интересного. Любопытно.
мощь первоэлементов Джан-Батиста. Должно быть, здесь чародей спал. Здесь искать нечего. Ну, посмотрим. Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто выбило. Кого-то тащили по земле, или он сам проехал, когда палуба внезапно перевернулась. Ничего интересного. Ян, кажется, тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге, только с проломленной головой. Это Джин его так отделал? Нет, он бы не напал на господина. Больше похоже на несчастный случай. Когда разразился шторм, Амос, наверное, произнес желание в стиле «забери нас отсюда хоть на вершину горы». И Джин исполнил желание дословно. Потом случилась жесткая посадка. Амоса вырвало из башмаков и швырнуло о стену. А книжная полка довершила дело. Я всегда говорил, что избыток власти убивает. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Воля! Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Тайн Агнессы из Глянвиля. Холод законсервировал останки. Он умер от травмы головы, полка расколола ему череп. Приземление на вершине было очень жестким. Ну, посмотрим. Отойди-ка. Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Каин Джин, вриф каисте аэн виха. Каисте аэ дисглейр, гверит ми кассе. Mm-hmm.
его ослабишь, а я заключу в шар. А может, поменяемся? Прежде чем произнес последнее желание, я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас? Только джин может снять заклятие другого джина. Сними его, и будешь свободен. Буря утихла. Да. Все кончилось. Может, сядем? Ты что-то бледновато. Вовсе нет. Ну, почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала. Со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали джина. Но все-таки... Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устала. Спасибо, что пришел со мной. Одной мне пришлось бы тяжко. Никогда не мог тебе отказать. Может, теперь это изменится. А ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что что-то изменилось? Я ожидала, даже не знаю чего, по крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком, что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Для меня чары исчезли. Мне очень жаль, Ян. Правда? Как так может быть? Я чувствую то же самое, значит, и ты тоже должен. Я ничего не понимаю. Что это значит? Джин исполнил твое желание. Верно. Хорошо, что мы с этим разобрались. По крайней мере, теперь мы знаем, что чувствуем. Здесь больше делать нечего. Пойдем. Подожди. То, что чары исчезли, не значит, что мне не нравится быть рядом с тобой. Давай посидим минутку. В следующий раз поедем верхом. Лошадь с такой кручи не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Йен, то, что случилось... Оставь, Герд. Не о чем тут говорить.
Я поехала. Я тоже. Заберу Уму у барона, а потом сразу в Каэр Морхен. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Пока. Пока. Геральт? Ты когда-нибудь думаешь о прошлом? О том, как ты была с дикой охотой? Иногда. Мне странно, что мы выжили. Иридин обычно не оставляет свидетелей. Он и не оставил. Когда я бежал, я потерял память. А, это твоя знаменитая амнезия. А у тебя ее не было? Только какое-то время. Когда я попала в руки имперских чародеев, память ко мне быстро вернулась. Когда ты была с дикой охотой, надеюсь, они не причинили тебе вреда? Даже если и так, то я не помню. Все это время я была словно в бреду. Кровь и пожарище, безумная скачка по разным мирам. Все как в тумане. Но я помню, как ты за мной пришел. Как обменял свою жизнь на мою. Тогда я не успела тебя поблагодарить. Ты бы сделала для меня то же самое. Твоя уверенность так трогательна. Ты не рассказывал мне, как ты оттуда выбрался. Хотел бы я сам это знать. Иногда я припоминаю, будто мчусь вперед, а вокруг красные всадники. Следующее, что я помню, это лес у подножия Каэр Морхена и больше ничего. Чего на самом деле Эридин от тебя хотел? Того же самого, чего и от тебя. Ты не помнишь? Из того, что было там, до сих пор почти ничего. Мы были приманкой, Геральт. Оба. Эридин рассчитывал, что Цири рано или поздно за нами придет, и тогда он ее схватит. К счастью, она не позволила себя обмануть. Как получилось, что ты из заложницы Императора стала его союзницей? Однажды в мою камеру пришел не тот же офицер, что и всегда, а сам Император. Он сказал, что вернет мне свободу, а Императорская сокровищница будет для меня открыта, если только я исполню одну его просьбу. Тогда он сказал тебе о Цири, а ты приняла его предложение. Почему? Общая цель приводит к нетривиальным союзам. Я знала, что должна найти Цири, прежде чем это сделает Эридин. А если у кого и были силы и средства, чтобы мне помочь, то только у Императора. Кроме того, в конце концов, он ее отец. Почему ты меня не искала? Когда к тебе уже вернулись и память, и свобода? Я предположила, что ты быстро придешь в себя. И это ты меня найдешь. В твоем распоряжении были имперские чародеи, а я был совсем один. Ну, не так, чтобы совсем один. Кроме того, я знала, что ты должен был бежать. Потому что Эридин никогда бы тебя не отпустил. Мне он стер память, но вполне возможно, что тебе не сумел. Надо было учитывать и ведьмачьи мутации. Я рассчитывала, что они воспрепятствуют всем повреждениям. Я еще думаю. О чем? Спасибо, до свидания.
милости про... Я слышал, что Хьялмар набирал здесь людей в поход. Еще как! Ворвался, скинул миски со стола, влез на доски и кричит. Я плыву за славой! Кто со мной? Кто хочет снести великану башку? Думается, с такими речами он набрал целый дракар людей. Да его на руках из корчмы вынесли. Все вопят, один громче другого. Отобьем, мол, кузни, выпустим великану потроха. Это надо было видеть, ведьмак. Аж сердце радовалось. Вижу, что Хьялмар здесь популярен. Так ведь он сын Краха. Башковитый парень. И компанию добрую подобрал. Что подраться, что нажраться. Сколько я после их дебошей повыкидывал столов и лавок. Ну и эти, Сундрика, которых он зазвал. Тоже не прощелыги какие-нибудь. Один из клана Тордорох всю затею с походом и выдумал. Ну это, мастер Лаккодел, как его там? Виги. Точно. Он же возомнил, будто заслужит прозвание Неустрашимый. Только покуда его Помешанным зовут. А что за кузню собрались отбивать? А ты не слышал, что броня Сундвика лучшая на островах? И мечи у них преотличные. Потому что мы мечи делаем, как краснолюды эти свои, сигили. Мягкая многослойная сердцевина и прочная сталь снаружи. Откуда ты знаешь? Это секрет клана Тордорох. У меня есть знакомые краснолюды. А может и есть. Так такой руды, как в шахтах на Ундвике, и даже и у... А и у кого нет? Вот что я скажу. Был же у Хьялмара какой-то план. Какие там планы? Они даже не знали, где великана искать. Помню, Виги хотел идти в горы через замерзшее озеро. Говорят, оттуда великан и пришел. Его разбудил мороз, что сковал землю вокруг башни. Зима была суровая, а этому людоеду только того и надо. А будет еще хуже. Даже боги... Ясно. Что? Не веришь, что Рагнарёк идет? Скоро поверишь. Вы все поверите. Бывай. Вашим услугам. Если хочешь разузнать еще что про Ундвик или великана, Акселя спроси. Или вон там Ранты сидит. Ярл посылал. Путник? Ну, вчера мы наделали дел. Он, конечно, не слабак. А кто же? Я бы заклад, что с великаном не справится. Видал того? Для друзей у нас есть сердце. Откуда такого принесло? Помню. Ромашка, зачем? Я таких видал. От желудка? А любый строк. И видел чертежи? Странный дракар мы делаем. Нет, но почти плоско. И воду. Нет, плохой проход. Это воля Хьялмара, Роман. Он хочет на этом корабле пройти вниз по Яруге и ограбить сон. Река мелкая. Ну так сперва надо через море переправиться. Такая штука затонет при первом же шторме. И я то же самое говорил. Но Хьялмар меня не слушал. Или умру со славой, или вернусь с богатством. И так хорошо. Кто-то помог брану. Человеку все время необходима забота. Вчера он еще черным шеи ломал. Так же, как кораблю, необходим балласт, чтобы плыть прямо и ровно. Нет плохих драгаров.
плохой погоды. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Мы служим той, что вечно дева, мать и старуха. Ты гляди-ка, чего море выбросило. Эй, ты! Ты с какого клана? Не из какого. Я с большой земли. Здесь пьют только воины Скельге. Мне не нужны неприятности. Ха, глядите, люди! Стоило повысить голос, а он уже поджал хвост, как пес, заслышавший волчий вой. Жрать хочешь? Так выходи во двор и жди. Что мы в мисках оставим, Ильги за плетень выкинет. Кто путешественника под свой кров не примет, тот стыдом себя покроет и позором. Или отец вас не учил? Думай, что говоришь о моем отце, Йорунд. Не то спать будешь под курганом. А ты, чужак, запомни. Здесь не Каэр-Трольде, а мы не Анкрайты. Нам не нужны гости. Тебя, значит, путники не раздражают? Меня раздражают глупцы. Неважно, откуда они родом. Геральт из Ривии, ведьмак. Йорун, сын Сигвальда. Если тебе не с кем выпить, садись со мной. Поделюсь медом и рассказами. Сучьи дети! Нильфгардцы гребаные! Ну, чего еще? Покажи, что продаешь. Все самое лучшее! Только приблуды из большой земли все равно ничего не смыслят ни в еде, ни в выпивке. Счастливо, спасибо за теплый прием. Thank you.
Ну, чего еще? Предлагаю сыграть в гвинт.